И мы хотели бы поощрить и поблагодарить тех участников, которые будут наиболее активны. Не активно, а каверзно. И каверзно. Ну, любым способом активно. В общем, за библиотекой уехать, да? За самый подлый вопрос будет самая лучшая книжка. Здравствуйте, уважаемые господа. Мне очень приятно в таком обществе, поскольку это не всегда получается удачно. Иногда меня приглашают, а потом последний момент передумывают. Вы сейчас поймете, почему. Вот, потому что звать меня на такие конференции довольно опасно, поскольку я, собственно говоря, занимаюсь не электроникой. Хотя сейчас вынужден отчасти заниматься этим, потому что, как вы понимаете, сейчас было в первом вступительном слове сказано все четко и понятно. Рост 2% – это катастрофа. Значит, на самом деле электроника и стагнирует, попытки и программно выжать то, чего в ней нет, заканчивают все хуже и хуже. Ну и понятно, что можно пальцами дотирать дальше, совершенствовать объем памяти, подключать базы данных, скорость обмена, там, частоту, но это уже почти на пределе, поэтому, собственно говоря, дело на самом деле дрянь. И в электронике в сегодняшнем виде, в сегодняшней базе фундаментальной довольно, скажем, печальные перспективы. Ясно, что если делать так же надежно, так же хорошо, эти штуки долго не ломаются, продавать их сложнее и сложнее, а качественного роста нет и нет, и впереди не предвидится. Значит, поэтому сейчас очень многие занимаются веселеньким делом. Они называют алгоритмизацию баз данных, то есть анализа баз данных, искусственным интеллектом, и пока это как-то удается продавать. Но скоро за это будут бить, как вы понимаете. Так же, как сейчас бьют во всех журналах за клонирование стволовые клетки в биологии, потому что, ну, все понятно. Прохиндиада закончилась. Поэтому все больше и больше интереса к тому, чем я занимаюсь. То есть занимаюсь я мозгами. И хотел вам рассказать о том, а что, собственно говоря, на самом-то деле можно, что известно реально, то, о чем популяризаторы науки и разные мелкие прохиндеи, значит, всегда умалчивают. Особенно физиологи, которые все время рассказывают о том, как проведение сигнала от нейрона к мышце, что вызывает только сокращение этого самой мышцы, и то не от сигнала, идущего от нейрона, а от собственной генерации внутри. Вот таким образом работают мозги. То есть, оперируя к вам, они говорят, ну вот что там, условно-рефлекторная деятельность по Павлову, которой, кстати говоря, тоже нет. То есть она есть, но не в том виде, в котором представляется. Здесь что моделировать-то? Алгоритмы простые, давайте вот там модифицируем чуть-чуть, и будет все хорошо. На самом деле это абсолютно бесплодное дело, им занимались еще во времена Креев компьютеров больших, которые были 20 лет назад, пытались промоделировать 128-клеточную нервную систему круглого червя, закончилось это полной катастрофой, хотя ее и сделали целиком, с каждым нейроном, с каждой связью, размером вот этот зал. Ну, фирма по производству пластмассовых тазиков профинансировала. Сделали такую модель. Это нейрон такой, с человеком. 128 штук, все, ничего не работало. Попытки промоделировать на суперкомпьютерах ни к чему не привели. А в чем же дело? Значит, что в мозгах такого, чего сделать нельзя? Или как нужно искать выход из этого положения? Поэтому мой доклад называется «Вычисление структуры мозга». Значит, два слова про мозги, собственно говоря. Это вот мозг человека, классический, небольшой, не маленький, такой средний по планете, 1350 грамм. Значит, дамы наилегчайшего поведения. Поэтому он хороший, здоровый, без дырок. Она умерла рано от излишеств разнообразных. Так вот, на его поверхности нанесены поля. То есть это краеугольный принцип организации головного мозга человека. То есть это вот та самая кора с бороздами извильными, которые любят рисовать обкуренные дизайнеры
потому что они рисуют нейрон, как будто он лежит отдельно где-то в каком-то космосе, и к нему там чего-то прибегают какие-то сигналы и подходят. Могу сказать, что микронных расстояний внутри мозга нет. Они все гидратированы, конечно, то есть можно мозг обезводить, там на 30% он подожмется, но ненадолго, для операции это делают. А так это вот такая конструкция весом 1300-1400 грамм в среднем, ну, для европейцев. И на поверхности вот этими цветными картинками, конечно, мозг не такой симпатичный, он такой желто-белый, довольно противный на вид, когда снять оболочки. А вот эти картинки нарисованы для того, чтобы на поверхности, чтобы показать, что на поверхности мозга огромное количество специфических полей, которые выполняют совершенно определенные функции, двигательные, сенсомоторные, там, ассоциативные, там точная координация письма. Ну, сейчас тоже не нужно, все пальцем тыкают. Значит, зрительные доли, значит, соответственно, всякие зоны слуховые и прочее, прочее. То есть существует четкая локализация. Сразу же предупрежу, что размер вот этих самых полей у человека варьирует. Разница катастрофическая. То есть может достигать 40 крат. Поэтому если вы не можете договориться с любимым человеком или девушкой, не пытайтесь. Чего нет, того нет. Вы не сможете найти общий язык по очень простой причине, что если мы спустимся на шажок при моделировании мозга от внешней формы, то окажется, что внутри все это, прошу прощения, состоит из отдельных клеток. Эти клетки упакованы вот в такие слои, это, собственно говоря, борозды извилинной коры, и они их очень много. У нас от 11 до 19 миллиардов только в коре. Вообще всего 150 миллиардов. Каждый нейрон обладает связями, об этом будем говорить больше. А вот здесь как раз показано для любопытных изменчивость. У одного, видите, 17-е поле. Какое? А 17-е поле – это центр зрительного первичного зрительного восприятия. Поэтому сколько вы не объясняете человеку вот с таким зрительным полем о том, что в компьютере есть еще две иконки, и они могут открыться, он их еще не увидит неделю. Я думаю, что вы с этим совсем сталкивались. А другой сразу начинает соображать. И это не потому, что он плохой или ленивый, потому что у одного поля может быть в 5 раз больше, чем у другого. И ничего договориться, доказать ничего нельзя. Один видит, другой не видит. Это, к сожалению, индивидуальные особенности. И если опускаться еще ниже, то окажется, что у нас, вот в данном случае, каждый нейрон, а здесь покрашен серебром каждый из тысячи, то есть на самом деле они упакованы так плотно, ну, как вот здесь видно, что там нет никаких зазоров. Это просто один из тысяч покрашен, технология такая, иначе была черная каша, вы бы ничего не увидели. И глиальные клетки, то есть метаболически еще нейроны являются забарьерными, это тоже нужно представлять себе. То есть они работают, но мозг для нас является инородным телом, и когда ваша иммунная система радостно доберется до ваших собственных мозгов, мозг будет отторгнут, как заноза. Ну, значит, и все. В общем, организм рассматривает как достаточно вредное явление, что вы по своему опыту знаете. Так вот, эти все принципы одинаковы абсолютно и у червей, и у тараканов, и у хорьков, и у человека. И если двигаться дальше, то есть опускаться, то достаточно быстро стало ясно, что такие простые вещи, как нейрон, ну что там, генерируют сигналы, известные вольтаж, там, переход небольшой, скачок небольшой, что там, какие функции. Когда впервые в нейрон воткнули электроды, выяснилось, Текл сделал. И оказалось, что там довольно простое кодирование по частоте и амплитуде, пачки сигналов, ничего сложного нет. Ну и тут же все перевозбудились. А, ну вот сейчас мы слепим новый компьютер на новых нейронных принципах. Ну оттуда и появилась идея нейронных сетей. И долгое время на этом много народу паразитировало. Почему? Потому что возникла идея о том, что вот поскольку каждый нейрон соединен с соседними специальными такими штучками, которые носят название синапсов контактов, то давайте мы сейчас создадим некий набор базовых моделей, которые в компьютерной системе до сих пор используются, скажем так, в рассуждениях. Значит, что нейрон — это просто передаточная система. Ну, распределенная вычислительная система предельно простая, а-ля калькулятор. Ну и все, и дальше понеслось. Значит, стали упрощать физические процессы, входящие в нейронов, стали придумывать всякие глупости, типа там, что
вход нейрона — это изменение потока ионов на базовом уровне, да, но на самом-то деле не в этом дело. Что нейрон может? Нейрон может генерировать сигналы, суммировать в рамках компьютерных программ, это тфу, и растереть. Но ничего не получается, потому что на самом деле есть кое-какое еще содержание. То есть для перехода к обучению на основе нейросетей вот этих знаний маловато. А в чем дело? Дело в том, что каждый синапс, вот этот самый, содержит примерно около 25 медиаторов, которые могут в разных комбинациях давать разный результат при передаче сигнала. На каждый нейрон приходится от 100 тысяч до миллиона синапсов. Ну и посчитайте вероятность сочетаний в каждом синапсе вот этих медиаторов. А из НПК, понятно, никому рассказывать не надо, это элементарщина. То есть понятно, что никаких систем вычислительных промоделировать это нельзя. Но самое-то ужасное другое. Самое ужасное то, что вот эти все системы, которые вам хорошо известны, их применяют широко, они статичны. А мозг вообще не думает, а почему искусственный интеллект сделать нельзя, он вообще не думает по этому принципу. Дело в том, что и наша память долговременная, и принятие решений является морфогенетическим процессом. А что это означает? Означает очень простую вещь. Вот эти самые отростки, которые у нас отходят от нейронов, они все время образуют, разрушают синапсы. То есть для того, чтобы вам что-то запомнить надолго, навсегда, нужно что образовать несколько синапсов, в котором будет бегать сигнал. Сигналы все у нас в мозге динамические. Ни на какие молекулы, ни на какую ДНК ничего не записывается. Все это бредятина, не существует. А вся память динамическая. Хотите проверить, попросите любимую жену придавить вас на 6-7 минут подушкой. Если вы потом что-то не вспомните, не удивляйтесь. Главное, вспомните мои слова о том, что я сказал, что ваша память динамическая. Как только отключаете энергию, отключается память. Все так же, как с компьютером. Ничего удивительного. Но на этом аналогии кончаются. Память — это система связи, то есть синаптических контактов. Об этом мы сейчас будем говорить чуть-чуть. И не статичная система, которая переключается между собой, то есть не алгоритмизированная, а реальный морфогенез. То есть вы запоминаете что-то, потому что идет морфогенез. Образуется отросток, соединяется с соседней клеткой. Вы думаете, все, запомнил, память есть. Почему студент за 3 дня выучивает что-то и потом идет, боясь расплескать? Если к нему подкрасться и воткнуть в мягкое место что-нибудь острое, он забудет все на свете мгновенно. В чем дело? Потому что он на старых связях, которые не успели образоваться, он же пиво пил весь семестр, а вместо образования связей устойчивых во время обучения, он все это делает в последнюю неделю. Связи не хватает. Ну и что? Вот он, значит, на старых, то есть это старые связи используются под ним и тем же синаптическим контактом, гоняется не один сигнал в долговременной памяти, а 3-4. И мозги думают, как бы избавиться от этой напасти. Противно думать об этом. Почему? Потому что энергетические расходы повышаются в 2,5 раза. Ну и студент идет, несет это все. Вот он доносит, рассказывает преподавателю, и через 2 дня все это стирается начисто. Почему? Ну потому что долговременных связей нет. Поэтому даже память у нас является морфогенетическим процессом, требующих образования новых связей, физических, еще раз говорю, не виртуальных. Если мне тут же говорят, а вот мы алгоритм напишем такой, пишите до посинения, но алгоритм предполагает существование связи, которую вы уже предположили, что она будет. Вы что, Господь Бог, чтобы запрограммировать все связи? Нет. Ну и тогда ваш алгоритм настолько же бесполезен, сколько отсутствие морфогенеза внутри микрочипа. Поэтому вот эти все многочисленные, не буду вам, только упомяну, бейсовский классификатор, который используется, все это, обращаю внимание, метод ансамбля, это более сложное бейсовское усреднение, которое выдают за искусственный интеллект, а на самом деле это все потухло еще в 60-е годы, то есть ничего не изменилось. Вот этот метод опорных векторов, я помню, еще из 70-х годов с ним носились. Идеологически ничего нету, кроме дерева по принятию решений, но это детский сад из 19 века. А это все современный искусственный интеллект. Понимаете, что никакого отношения ни к интеллекту, ни к чему, ни даже к калькулятору это не имеет. Давайте пойдем дальше. Значит, в результате всех этих фокусов, то есть предположение того, что
Сигналы у нас одинаковые, чего нет в природе, как вы понимаете. Они не только кодируются по частоте и амплитуде, но и медиаторами. При каждой передаче, при каждом синапсе, синапсов, напомню, от 100 тысяч до миллиона, значит, у модельки. Обращу ваше внимание на возраст модели. Они вам хорошо известны. Это искусственные нейронные сети, которые сейчас как бы должны самообучаться. Ну, как сами они обучаются, вы знаете. Но учитывая, что невозможно сделать даже генератор случайных чисел, полностью автономный. Ну, вы знаете математическую проблему. Об вот этих перцептронах я даже разговаривать не хочу, но упоминаю, поскольку вы должны себе представлять, что все эти модели — это предельно упрощенные схемы статичных нейронных сетей, которые есть, конечно, но только у меня в препаратах, ну, после смерти. Но, к сожалению, препараты не думают почему-то, я не знаю, почему. С точки зрения вот этих искусственных нейронных сетей они должны также хорошо работать. А на самом деле вот эти самые синапсы, о которых я говорю, вот здесь очень хорошая картинка, которая видна. Количество синапсов на поверхности нейрона. Это контакт с другими нейронами. И вот они каждый день перестраиваются. У нас только в коре 150 миллиардов, от 11 до 19 миллиардов, и каждый день 3-4 новых связи образуются. Но самое ужасное для программистов и создателей микропроцессоров — они рвутся. И есть специальные, скажем так, законы биологические, по которым они рвутся и вновь образуются. Поэтому, когда вам приходит что-то в голову, я сидел, программировал на питоне там неделю, а оказывается, на ассемблере можно 10 минут написать. Вот, меня это как осенило. Ну, вот. Да, такое бывает. Я сталкивался с программистами на эту тему. То есть, говорит, ну как же я не мог сообразить, это здесь элементарная операция. А в чем дело? Это как раз вот очередной такой синапс, который вот здесь показан в реальный. Это реальный нейрон, реальные синапсы. Не все, к сожалению, потому что все очень трудно выявить в одном препарате. Но большая часть, скажем так. Они образуются, и благодаря их связям вас осеняет то или иное. То есть мысль приходит опять по морфогенетическим законам. И вот плотность упаковки вот примерно такая. При этом этих самых синапсов около десятка вариантов. И еще вспомните механизм передачи. 20 вариантов медиатора, которые содержательное участие передают, плюс в разных комбинациях между собой. То есть, таким образом, вот эти самые медиаторы, которые здесь перечислены, сочетаются в разных синапсах и передают информационный сигнал. Это не только частота, не только импульс. И поэтому те статические сети, о которых я говорил, или все основные варианты этих нелепостей, они, к сожалению, хороши, но для того, чтобы управлять базами данных, использовать алгоритмы для извлечения той или иной информации, для сравнения ее. Но даже результат является подгонкой, как вы сами знаете, по-тихому все всегда все подгоняют под необходимый результат, который требуется заказчику. Как это делается? Ну, потом это называют самообучающиеся нейронные сети. Ну, вот я сам с этим сталкивался. А что же надо делать? И что же такого интересного можно извлечь из биологического подхода? На самом деле не так все просто. Дело в том, что пока мы не можем смоделировать даже вот нервную систему таракана. Это два конкурента, это человеческий мозг, это таракани. Таракани только увеличены. Если бы такие тараканы были, то способ не было. Нет, это просто дело в том, что принципы организации нейронов, они абсолютно одинаковые. И у пиявки, и у человека нейроны абсолютно одинаковые. Их можно даже пересадить, поменять местами. Ну, не от пиявки, там, от какой-нибудь мухи посадить в мозг человека, она там отлично приживается, кстати говоря. Но это вполне нормально работает. Нет, не волнуйтесь, никто не жужжал и не вился в определенном месте. Но потому что мозг устроен так, что большое подчиняет маленькое. Поэтому страха нет. А вот для лечения некоторых болезней это бы подошло. Так вот, при этом человеческий мозг не самый большой. То есть вот у нас есть такие мозги у кита. Но это не значит, что они сообразительные, просто много тела, и им надо управлять им. На самом деле соотношение массы тела, массы мозга самое эффективное у нас калибри. Понимаете, да? Там, так Эйнштейн, из них так и должны переть просто с утра до ночи. Но этого не получается, потому что есть еще одна проблема метаболизма мозга, которая состоит в том, что для того, чтобы вот эти самые
связи образовывались, нейрон нужно кормить очень хорошо. А он не хочет кормиться, то есть он не хочет работать. Ваш организм потребляет, вот если за 100% принять, мозг потребляет от 10 до 25% всей энергии. Понимаете, что предыдущие, там, только в человеческой истории 5 миллионов лет колбасы не хватало. Поэтому заставить мозг работать практически невозможно. Поэтому вы ленивый патологически пытаетесь, что можно, где можно сжульничать, ни в коем случае не думать. Поэтому даже в разговоре рефлексируйте готовыми ответами, не думайте на осознанном. Так устроен мозг, это закон. И причем, если вы экономите энергию мозга, то вы получаете ценности всякие вовнутрь. Вам дают, мозг вырабатывает эндогенные соединения. Очень полезные, многие из вас с ними знакомы, каннабиоиды, опиоиды, окситоцин, там эндорфины. Ну что, если вы перестаете думать, вам тут же мозг дает внутренние наркотики, красота. А вы думаете, почему так большое количество недумающих людей? Это же все скрытые наркоманы, как вы понимаете. Вот так устроено. И вот для того, чтобы энергетически вот это обеспечивать, а морфогенез – это рост отростка, белково-липидная мембрана, синапсы. Кроме синапсов надо туда подводить вещества химические, которые будут осуществлять его работу, энергию, бесконечный АТФ. Очень энергозатратно. Поэтому вся эта система нейрональная, даже у самых простых и вкусных зверей, типа миноги, она идет с огромными расходами. И это энергозависимый процесс. То есть морфогенез, мало того, что морфогенез, как вот здесь, ну, представьте себе, вы что-то из детства у вас было связано с обонянием, зрением и слухом. Там любимый дом гнилой, который того и гляди завалится. И вот эти блоки различной информации у вас в детстве соединились, образовали внутренние и внешние связи и комплекс впечатлений. Это все очень просто делается. Потом, значит, вы где-то пошли по улице, увидели старый разрушающийся дом, запахи пахнули, вы впали в детство. Там горючая слеза об утраченном детстве возникло, потому что у вас возник вот этот блок воспоминаний, записанных в синаптических контактах. Новые связи, когда вас осеняет какой-то свежей мыслью, очень дорого стоят. Поэтому что нужно делать? Если хотите решить проблему, надо долго ей заниматься. То у вас есть шанс дождаться того, что эти связи образуются. И больше ничего не происходит. Говорят, вот тут терпение и труд, жизнь перетрут. Там, ну, пожалуйста. Но если вы спокойно сидите, занимаетесь над проблемой долго, то шансов появления выше, потому что синапсы образуют каждый нейронок, нравится вам, не нравится, каждый день. 2-3 образует, 2-3 разрушает. Итак, теперь с проблемами моделирования мозга, которые, собственно говоря, всем увлекаются. Значит, естественная система — это то, что у нас в мозгах есть, а это искусственная система, которая пытается, под которую пытаются осуществить в компьютерах. Значит, что происходит? У нас изменяемая адаптивная память, буду пояснять. Она действительно фальсифицируемая. То, что вы запомнили из-за того, что у нас это динамическая система и связанная с образованием и разрушением этих самых вот синаптических контактов, она все время фальсифицируется. А именно, ну, много есть примеров. Ну, классический пример: молодой человек ушел в армию, был такой хороший, милый, прелесть, вернулся полным мерзавцем. В чем дело? Мальчик изменился? Да нет, он как был мерзавцем, так и остался. Но девичье восприятие изменилось, потому что пока его не было, у нее перестраивались системы воспоминаний, и она подгоняла этот славный образ под то, что ей больше всего нравится. В результате несовпадение. Вы возвращаетесь в место, где вам там нравилось, было хорошо в детстве, смотрите, и это ужас. Опять ваш мозг трансформирует под ваше впечатление. Потому что мозг обманывает всегда, это очень хорошо, потому что это позволяет не мучиться по мелочам. Значит, дальше у нас морфогенетический интеллект, то есть то, о чем я говорил, то есть то, что он является системой образования новых связей. Это физический процесс, а не электрический, и даже не электрохимический. А в искусственной системе память всегда постоянна и четко, конкретно. Вы записали на хард, у вас все хорошо, вы продублировали еще в 4 местах, есть шанс не потерять. Значит, все, и будет воспроизведено байт в байт, все будет отлично. Это очень плохо для перспективных компьютерных сетей. И псевдоинтеллектуальная комбинаторика, об этом я тоже много говорил, но это алгоритмизация. Значит, та или иная, то есть это все равно калькулятор.
подключенная к всемирной базе данных, там, к миллиону алгоритмов. Все, соль от этого не изменяется. Это все те же самые Бэйсовские штучки. Значит, и физическая, не изменяясь, конструкции процессоров и связи между ними — это страшная вещь. То есть пока мы не отойдем от жестко сцепленной системы взаимодействия внутри компьютерных сетей, у нас мы никогда не создадим даже близко к искусственному интеллекту пиявки, потому что динамическое изменение конструкции очень сложное и очень целенаправленное. То есть синапсы, мало того, что образуются, разрушаются, они могут разобразовываться в большом количестве в той области, в которой вы интенсивно работаете. Ну, к примеру, вы считаете, что здоровый образ жизни продлит ваше существование. И каждый день бегаете, значит, платите деньги за то, чтобы там дрыгаться на железках, на таких специальных местах. Фитнес-клубы называются. Вот. А, и думаете, ну вот, я сохраню свой мозг. Ну, тело — это понятно. Но вот, а свой мозг, он, значит, кровоснабжение увеличивается. Не живите миром иллюзий. Кровоснабжение увеличивается только в тех областях, которые вы используете. Мозг — предельно подлая часть нашего тела. Не надейтесь, что в ассоциативных областях у вас улучшится кровоснабжение, если вы будете дрыгаться на силовом устройстве. Нет. Только в тех областях, которые управляют вашими мышцами. Вот. И наоборот, если вы будете все время сидеть и заниматься интеллектуальной деятельностью, значит, склероз наступит в первую очередь в моторных областях. Так что выбирайте. Или здоровое, красивое тело в маразматическом мозге, или, значит, наоборот. Поэтому нужно сочетать, понимаете, в чем уклоняю. То есть и это динамическое изменение построено в базе, это базовая система, ничего сделать с этим нельзя, или так, или так. Значит, дальше регулируемое зональное энергопотребление. Это вот то, о чем я сейчас говорю. То, с чего началась картинка. Мозг с разными областями, и из них каждая начинает кровоснабжаться лучше, та, которая востребована. А та, которая не востребована, нет. Именно поэтому, если хотите решать какие-то задачи, надо смещать активность, то есть заняться чем-то другим, но также интенсивно. В параллель, когда поняли, что вы уже уперлись и ничего не получится, то надо сменить деятельность, поработать, подключить другие области мозга. Вот Маяковский там, когда ходил, писал стихи, вот у него такая шагистика в ритмах стихов. Собственно говоря, многие этим пользуются. Значит, дальше у нас очень важный момент – это электрическая передача, электрохимическая кодировка. А здесь электрические системы передачи кодирования сигналов. То есть это примерно в 10 тысяч раз сложнее, чем вот это. И это очень важный момент. Никто об этом не задумывается. На самом деле это очень серьезная часть несовпадений вот этих систем, о которых я говорю. Ну и дальше. Здесь всегда линейные решения, даже если они дихотомические, все равно они в конце концов линейные. А у нас в мозге есть еще одна прелестная вещь, которая вам тоже понравится. Дело в том, что у нас мышление двойственное. Ну, вы же знаете, когда вы лежите дома, под одеялом, в тишине, и вас не может даже подслушать жена, муж или любимый человек, вы про себя все время принимаете двойственные решения. Вам хочется и этого, и того. Но того, чего хочется, совсем нельзя. Или запрещено законом. Вот. А того, чего вам нужно делать, ну, это совершенно отвратительно и абсолютно явно не нужно. И, как правило, бесперспективно. И даже за большие деньги заставить себя довольно трудно делать что-то разумное. В чем дело? Дело в том, что то, чем тем более компьютеры пока не способны. У нас принимается в нашем мозге два решения всегда готовы. Вы знаете, что легко выбрать то, что вам выгодно и хочется, и то, что нужно и крайне необходимо. Для этого, оказывается, в мозге у нас есть структуры, которые детерминируют эти две формы поведения. Одна форма — это так называемая... Ой, ну ничего, сейчас мы... Одна форма — это лимбическая система. Это то, что у нас досталось нам от приматов, от обезьян. То есть это, одним словом, можно обозначить «хочу». Ну, это значит, здесь можно прям вспомнить всех поименно. Там, хочу размножаться, хочу поесть, хочу выпендриться. Там, ну, по-разному, кому же.
В общем, три вещи. Еда, размножение, доминантность. Это инстинктивные формы поведения, которые подчиняют себе весь остальной мозг по очень простой причине, потому что вот эти большие полушария с бороздами зелеными выросли из системы полового обоняния. Поэтому, что бы вы ни делали, вы все равно пропускаете через половой фильтр, отсюда такая убогость мышления. Понятно, да? Ну, все нацелено только на одно. Изготовить себе подобных потомков, желательно покрытиями планету метровым слоем. То есть вот это вот основное занятие. Собственно говоря, всех организмов на этой планете смущаться не надо. Так все устроено. Как говорил Ильфа Петров, жить на этой планете зря время терять. Вот совершенно соглашусь, когда еще не было никаких спутников. Так вот, это одна система, то есть та, которая нам позволяет несколько вещей. Она имеет систему внутреннего подкрепления, от которой я уже говорил. То есть это прекрасные наркотики эндогенные. Причем, говорю, прекрасные. Там в детстве и каннабиоиды, и опиоиды. Потом остаются только каннабиоиды. Но зато есть эндорфины, и там окситоцин. Причем очень немного энергии. Это 10% массы мозга, и расходы энергетические маленькие. То есть предаваться обезьяньему образу жизни приятно во всех отношениях. Расходов мало, наркотиков много, гормонов много. То есть вы включаете телевизор, видите, как это все происходит у наиболее удачных особей. Ну вот, поэтому система страшная, потому что она, занимая 10% массы мозга, запускает инстинктивно-гормональные механизмы, которые невозможно преодолеть, особенно пока половые гормоны их не уменьшилось количество. Вот когда они проходят, начинают умнеть, но уже обычно поздно. Вот так бывает. А этой штуке противостоит более эволюционное новое образование, которое называется кора. Вот та самая, о которой я говорил. То есть это наше приобретение. И здесь проблема в том, что у нее очень большая масса. Гигантское количество плотно упакованных нейронов. И она и обладает внутренним торможением, поэтому друг друга не убиваем прямо на улицах. И колоссальные расходы энергетические. И все вот эти замечательные соединения тут же перестают вырабатываться. Как только вы задумываетесь о какой-нибудь гадости типа программе, которую надо сдать послезавтра, и вы понимаете, что оптимизировать ее не сможет даже Господь Бог, что катастрофа, все погибло и пропало, вот в этот момент как раз у вас никаких каннабиоидов, опиоидов не будет. Нет, а мозг вам говорит, что зачем ты этим занимался? Пошел бы на оставшиеся, погулял как следует, и были бы тебе опиоиды и каннабиоиды. Но многие не удерживаются в результате. Таким образом, у нас с вами система принятия решения, это очень важно, все время двойная. То есть вы можете впасть в полное скотство и, так сказать, решить всю проблему как обезьяна. Пристегнуть хвост и вперед. То есть не задумываясь о человеческих ценностях, правилах, законах и прочего, и получить массу удовольствия. Пожалуйста. Ограбить там банк, например, чем работать 200 лет. То есть много способов есть и других. Или там носиться по городу героев с спущенными штанами, тоже вариант. То есть тут каннабиоиды, опиоиды, все остальное будет поддерживать. А вот любая рассудочная деятельность требует колоссальной энергии, подготовки, да еще и знаний. То есть и у нас, в отличие от компьютера, всегда два решения. Скотский выгодный и не скотский затратный. Поэтому, кроме всех тех фокусов, о которых я говорил, мозг действительно имеет структурные основы двойственности сознания. Ну и мой бы доклад был бы пустым, если бы я не рассказал про сладенькое. А что, собственно говоря, делать? Ну, во-первых, вот эти вот процессы, о которых я говорил, они их пытаются моделировать, конечно. Там шведы лет 15 назад пытались там создать перепаивающийся процессор, это знаменитая история, еще чего-то там. Он там пару раз перепаивался, а потом встал, как ПЗУха, в определенных ситуациях. В общем, короче говоря, пока ситуация выглядит так, чтобы промоделировать нейрональное нейроны в мозге человека, нужно сделать там 150 миллиардов процессоров, вовнутрь посадить по китайцу с паяльником, и пусть контакты перепаивают. То есть, вы понимаете, с нами проблема, это не хватает еще 149 миллиардов китайцев, а так все будет хорошо. Поэтому что нужно сделать, что должен уметь делать вот такая штука, как нейристор,
Я отчасти этим занимаюсь, потому что как бы, та стена, которая стала перед современными компьютерными системами, попыток моделировать мозг, она должна кем-то преодолеваться. Я немножко вожусь с этим. Так вот, что он должен? Он должен менять энергопотребление в 3-5 раз в зависимости от нагрузки. Но это, вы знаете, все делается, это не так сложно. Дальше. Вот этим мало кто обладает. Обращаю внимание, все упрощено. От 200 до 1000 связей с соседними и удаленными нейристорами, то есть теми устройствами, которые будут имитировать некие функции, связанные с человеческим мозгом. На самом деле, напомню, от 100 тысяч до миллиона. То есть задача посложнее. Надо регулярно образовывать новые связи или разрушать те связи, которые редко используются. На этом построено наше забывание. Если вы не будете все время вспоминать, как вас обманули, в конце концов забудете, и вас обманут еще раз. То есть, ну, понятно. А вспоминать об этом неприятно, потому что, ну, это как-то дискомфорт. Каннабиоидов не получается. Поэтому старайтесь не вспоминать нехорошее. Значит, обладать способностью прерывать и тормозить сигналы — это отдельная тема, на которую у нас нет ни времени, ни подготовки соответствующей. Дело в том, что все вот эти вот синапсы, о которых я говорил и показывал вам, часть из них активирующих, а часть тормозная. Это очень важный момент, потому что благодаря тормозным лобным областям, тем самым, о которых идет речь, обычно у психологов, вот этих самых, они на самом деле очень небольшие, это все моторные области, вот такой маленький кусочек, они как раз благодаря им мы и думаем. То есть мы не бросаемся решать биологическую проблему при первой возможности. Ну, проголодался, взял дубину, пошел, ограбил соседа, съел все, забыл. Ну, как в животном мире, но это обычное дело. Почему мы все-таки тормозим-то? Почему мы не убиваем друг друга? Какие-то законы пытаемся, ну, делаем вид, что выполняем, еще что-то там. Как-то, в общем, потихонечку возимся в этом во всем, в социальной системе общества. Потому что у нас тормозные области огромные, лобные. У женщин анорексия, от чего возникает, собственно говоря? Это активность лобных долей. Они тормозят потребление пищи. А зачем это было нужно? Для того, чтобы женщины заботились о своих детенышах, всю эволюцию приматов. Они очень долго растут, даже у шимпанзе, горилл, там по много-много лет. А у человека, у гоминида, это было очень длинно. И поэтому надо было делиться с ними пищей, и в результате эти лобные области тормозные. Ну, вы знаете, мужики мало о чем заботятся, тем не менее к ним тоже попали. И в результате возникла та самая социальная структура сообществ, в которой можно было делиться с неродственными особями едой. А как иначе-то? По-другому в сообществе жить нельзя. Животные поэтому и не могут никак жить в больших сообществах, ну, за исключением там инстинктивных насекомых всяких. А у нас это лобные доли, и появились они у человека благодаря женщинам и длительности развития. Поэтому вот эти все синапсы, о которых я говорю, они еще продублированы тормозными. А еще есть такая вещь, как реципрокальное проведение, когда один синапс на расстоянии 10 микрон друг от друга проводит налево, другой направо. При этом один может быть тормозным, другим активирующим. То есть система намного сложнее, поэтому, когда я говорю об вот этих теоретических моделях нейристора, я сильно-сильно упрощаю. То есть здесь много еще есть всяких подводных камней, тем не менее. То есть этот нейрончик должен, нейристор, уметь воспринимать и суммировать сигнал, обладать небольшой, но собственно изменяемой динамической памятью. Еще раз говорю, стандартная, константная, жесткая компьютерная память — это один вред. Один вред, как точные вычисления. Для решения нестандартных задач вы или используете алгоритмы, и тогда все программируется заранее, как результат, или вы допускаете свободу мнений. Тогда возникают проблемы, о которых я уже многократно говорил. И самое главное — быть способным генерировать разные ранее несуществовавшие сигналы. Как вы понимаете, ни один процессор так работать пока не может. С этим надо работать. И обладать способностью умирать и воскресать. Воскресать — это, конечно, мои мечты, потому что обычно у боевых алкашей они исчезают навсегда. Там прям в коре такие прям провалы из исчезнувших нейронов. Нейроны сами погибают плохо, их трудно уморить. Поэтому нервные клетки нам даны на всю жизнь. Новых не появляется, только дохнут.
Но кровеносная система, которая меняет свое кровоснабжение, она может сильно очень повлиять. И обычно спазм сосудов вызывает гибель. Вот надо задать такую способность умирания и воскресания, поскольку ну, мы все-таки можем в данном случае, как Господь Бог, регулировать жизнь этого нейристора. Ну и последнее, уметь подчиняться системным интересам большой шайки нейристоров. То есть это когда большое подчиняет маленькое, то, чего тоже в компьютерных системах, как известно, не предусмотрено. Такие нейристоры, они, значит, сейчас придуманы, даже апробированы отчасти. Но я надеюсь, что за ними будет будущее, поскольку это тот самый путь в железо, в новое, и тот путь к новому программированию, которое будет построено на несколько иных принципах, чем это представляется сейчас. Ну и спасибо за внимание. Вот кому, поскольку вы не специалисты в этой области, вам тяжело читать будет всякую это, про мозги. Поэтому лучше всего начинать с нищеты мозга. На свой счет не принимайте. Ну, вот. Но, тем не менее, там базовые представления о том, как они устроены, как устроен наш мозг, не сертифицированные, то есть те самые, о которых все скромно умалчивают. Они там подробно изложены, доступным языком, кто кончил среднюю школу на тройке, вполне может освоить. На этом спасибо за внимание.